Продолжаем эфир. Суд Актобе приговорил экс-акима Актюбинской области Ермека Имантаева к 8 годам лишения свободы. Также с бывшего председателя СПК Актобе суд взыскал около 200 миллионов тенге в доход государства. Экс-акима региона арестовали в феврале этого года. Он обвинялся в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере. А именно в том, что, будучи председателем правления СПК Актобе, незаконно продал земельный участок площадью 24 гектара в жилом массиве Садовое за 20 миллионов тенге. Подсудимый вину не признал. Его родные заявили о том, что будут подавать апелляцию. Приговор осужденный заслушал онлайн из СИЗО, так как из-за голодовки, которую он объявил с 28 сентября, ухудшилось состояние его здоровья. Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, местом отбывания наказания назначить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности